Ei! Ei, ты! А? Это ты мне? Ты не видел господина гуся? А кто это? А ну-ка, подвези меня. Что? Почему это? Они его туда, наверное, забросили. Ну давай же, быстро! Ага. Ты что тут делал? Подсматривал? Нет, конечно. Я слушал. Птиц, насекомых, воду. Слышишь? А! Вон он! Там! Туда! Быстро! А! Эй! Стойте! Бежим! Стойте! Погодите! Стойте! Стойте! Быстро! Бежим! Отдайте! Что вы делаете, по-вашему? Верните! Ах, вы вонючки! Эй! Сюда! Бежим! Отдайте! Сюда, сюда! Вы! Если вы с господином гусем что-нибудь сделаете, убью! Эй! Пока это не мешало торговле, я молчала. Мы можем это дело мирно уладить. Но мы же держим обещание. Обещание? Это же нормально, не играть по ночам. Потерпите хотя бы до экзамена, хорошо? Сначала это было интересно, но... Если он и дальше будет играть... Перестаньте шуметь! Простакам вроде вас не понять игру на пианино! Да это просто шум! Шум? Ах ты!
Я же прекращаю играть после 7, разве нет? У тебя тут год уже, распродажа перед закрытием. Продаешь вещи, которые надеть стыдно. И нас заставляешь в этом ходить. Да. Вот, на мне. И на нем. Иди отсюда. Замолчи уже, иди продавай свои старушечьи тряпки. Топай. Э? Что такое? Ну все. Э! Я разобью твое несчастное пианино. Пусти. Вот дура. Ты... отвратительно играешь. Шиндо. Вундеркинд. Нарусе, можешь сегодня не заниматься? Да нет, все нормально, я могу. Ничего, ничего. Мне твоя мама сказала, ты устаешь от физической нагрузки. Все ко мне. О нет, если ты поранишь свои драгоценные пальчики, или мяч попадет в тебя, твои пальчики сломаются. Как же ты сегодня без перчаток? Извини. Что случилось? Ты в порядке? Учитель! Наруса ударила Сакимото мечом пониже живота! Перестаньте! Перестаньте! Что вы делаете? Дайте пройти! Сейчас же прекратите! Кто лезет в драку, дурак? Это он начал. Кто не отвечает на удар, вот тот дурак. В любом случае, дура. Спасибо. Держи. Что, если ты повредишь руки? Плевать. Даже если ты больше не сможешь играть? Мне все равно. Не говори так. С тех пор, как Ута стала здесь играть, торговля пошла лучше.
Прямо панда-приманка для покупателей. Мы становимся популярными. В последнее время наши овощи гораздо вкуснее. Добро пожаловать. О чем это ты? Заходите. Да что ж ты не можешь сыграть такое простое место? Тут надо играть энергичнее. Тихо. Важно, как ты дышишь. Сказал же, замолчи. Перестань шуметь. Я тебя попросил помочь, а не мешать мне. Вот почему ты не можешь завести друзей. Молчать! Вот оно. Ага. Этот звук. Добро пожаловать. Ута? Ты не забыла, что у тебя сегодня занятие? Пойдем домой. Что случилось? Ута сегодня победила в драке. О, овощей не хотите купить? Дешево и вкусно. Дайте-ка я вам покажу. Спасибо, не беспокойтесь. Идем домой. Ута! С ним звучит лучше. Надень перчатки. Сегодня держи палочки левой рукой. Для равновесия, чтобы ты могла свободно играть обеими руками. Ты сегодня с папой занималась? Да. Извещение. Что ты делала в таком месте? Там есть пианино. Что ты хочешь этим сказать? Каждый день, как избалованный ребенок, ты говоришь, что не хочешь играть. Почему же ты хочешь играть в овощной лавке? Ладно. Что? Извини. Мне не нужны твои извинения. Я буду ходить на занятия. Призовых денег с конкурсов не хватит, чтобы выплатить ипотеку. Что ты говоришь? Это ради твоего блага. Ты играешь для себя. Кто это за меня решил? У тебя талант.
Даже если тебе сейчас не хочется этим заниматься, позже ты поймешь, что я права. Тебе не пора? Ну, я пошла на работу. Не забудь запереть перед тем, как ложиться спать. Хорошо. Не открывай незнакомым людям. Поняла. И не надо мыть посуду. Вода холодная. Хорошо, тебе пора идти. Спокойной ночи. Юная пианистка, которую благословила сама музыка. Нарусе Ута, 6 лет. Ты не любишь пианино, Ута? Да. Нет, вру. Не знаю. Почему всем так нужно, чтобы я играла? Я должен тебе кое-что сказать. Нарусе Ута научилась читать партитуры и играть на фортепиано раньше, чем могла говорить. Почему? Почему я могла играть? Ты слыхала такую историю? Муравей посмотрел на сороконожку, которая шла рядом, и с удивлением спросил: «У тебя столько ног, как ты не запутываешься, когда идешь?» Сороконожка, которая никогда раньше об этом не задумывалась, остановилась, чтобы это обдумать. И сразу после этого не смогла пройти ни шагу. Как я могу ходить? Чем больше она об этом думала, тем труднее становилось ходить. Эту историю любил повторять твой отец. Терпеть не могу сороконожек.
Я не задела пианино. Оно в порядке? Нет. Ты меня задела. Эй, Вао, что ты собираешься делать, если не поступишь? Продолжу работать в лавке, так мы с родителями договаривались. Может, оно и лучше для тебя? Это еще почему? В следующий раз я тебе такое не прощу. Тебе не понять. Эй! Куда это ты? Эй! Погоди! Что это за место? Мой дом. Здесь я жила раньше. Проходи. О, здорово! Можешь пользоваться. Тебе ведь нельзя играть поздно вечером. Можешь приходить играть сюда. Серьезно? Я тебе его не дарю, а сдаю в аренду до экзамена. Серьезно? Иногда я прихожу сюда играть. Дома-то одной грустно. Дальше забыла. Кажется, я уже слышал это раньше. Можно попробовать? Да?
Айхар, оказывая прощальный прием перед отъездом в Королевский музыкальный университет. Айхара, давно не виделись. Когда ты уезжаешь? Послезавтра. Так скоро? Я хочу поскорее привыкнуть к новой обстановке. Ты великолепно сыграла этюд. Спасибо. Я очень давно не слышал твою игру. Эй! Кто она? Айхара Казуэ. Ее выбрали на прошлогоднем японском прослушивании. Она будет изучать музыку в Англии. Тебе за многие годы тренировок не достичь такого уровня. А ты... кто? Вот перчатки для тебя. Говорят, в Лондоне вечером холодно. Спасибо. Мои чувства останутся прежними. Я буду ждать твоего возвращения. Мои чувства тоже не изменятся. Кикуна, может быть, тебе стоит больше внимания уделять игре? Спасибо, но извини. Ута? Ута! Ты что творишь? Ты в порядке? Извини. Это девчонка со мной. Эй, Ута, извинись. Эта девчонка говорит гадости об Айхаре. Она сказала, что Айхара играет в такой сладенькой манере, что ее невозможно слушать. Я сказала правду. Не будь такой критичной, если не умеешь играть. А ты когда-нибудь слышал, как я играю? Ута! А ну-ка послушаем. Раз уж ты так ловко высмеиваешь Айхару, покажи хоть, что умеешь играть. Нет. Если я буду играть на пианино, которого касалась она, у меня пальцы сгниют. Извинись перед Айхарой. Кикуна, все в порядке. Проси прощения. Что? Добро пожаловать! Вау играет не переставая, но все без толку. Почему бы тебе не сказать ему, чтобы он сделал передышку? Ута!
Экзаменационный талон. Эй! Сколько сейчас по вашему времени? Уже давно за 7. Эй! Это один такой шанс в жизни для него. Садись, позавтракай. Не буду. Не хочется есть. Я пошел. Счастливо! Он сделал все возможное. Ждите здесь, пока не назовут ваш номер. И не нервничайте. Эй! Эй! Не шуми! Простите. Ута, я подумала, что ты, может быть, выйдешь. И правда. Что, закончилось? Нет еще.
Ты замерзнешь. Да, я уже окоченел. А тебе разве не нужно в школу? Я прогуляла. Все равно сейчас физкультура. Издеваться над Вао интереснее. Скоро начнется. Номер 1036 здесь? Номер 1036. Вы пропустите очередь. Я здесь. Здесь. Извините. Эй, что ты там делаешь? Все хорошо, начинайте.
В этой части нужно больше чувства. Эй, молодой человек, который только что вошел. Почему вы опоздали? Извините, я репетировал перед занятием. Четвертая нота. Что за нота? Бемоль? Хороший слух. Кикуна, значит. Как и ожидалось от человека, лучше всех сыгравшего на прослушивании. Ого, правда? Вернемся к уроку. Извините. Тихо! Теперь мы будем играть японскую музыку. Начнем с самой высокой ноты. Вы в первом ряду. Не бегай по коридору. Наруто приглашают на свидание. Встречаться? А что это значит? Что значит встречаться? Посылать друг другу сообщения на телефон и так далее. У меня нет мобильника. Домой ходить вместе. Ты где живешь? На Мидори-го? А я на Сакайтё. Совсем не по пути. Да. Ничего себе, это же Шимизу из клуба Кендо. Но это же Наруса. У нее мерзкий характер, и семья ее бедная. Хоть она и настоящая красотка. Серьезно? Странно, но она милая. О чем это вы? Вы слишком шумите. Погоди. Тебе кто-то нравится? Получить признание — это тебе не музыкальную ноту сыграть. Эй, ты чего? Больно. Да кому такая понравится? Пожалуйста, начинайте. Спасибо за то, что уделили время. Достаточно. Достаточно. Остановись. Остановись.
Из моего класса каждый год выходят победители соревнований. Да. Как вы так сыграли на прослушивании? Погодите. Я буду много работать. Я люблю играть. Здесь одной любви недостаточно. Погоди. Ута! Твоя рука. С ней все в порядке? Хорошо тебе. Никаких забот. Приходишь сюда, ешь лапшу, когда проголодаешься. Я впервые вижу человека, который так ненавидит играть. Ты же поступил, разве ты не рад? Это все ты. Что? Моя игра на прослушивании. Это все ты. Ты отвратительно играешь, но твоя игра меня успокаивает. Убирайся отсюда. Не. Ого! Здорово! Внутри меня поет цикада. Посмотри, вау! У меня цикада в ухе. В ухе? Щекотно! Ты же сама хотела, чтобы я посмотрел. Но ты странно как-то трогаешь мое ухо. Дура. Ничего странного. Послушай. Эй.
Извините, извините. Насчет профессора Камияма. А, он больше не будет тебя учить. Мы приняли болвана, вот что он сказал. Профессор Камияма великолепный музыкант, но у него ужасная манера преподавания. Он не разбирается в людях. Идем. Да. Профессор, вам, наверное, не стоит засыпать? Да. Думаю, я понимаю, почему профессор Камияма от вас отказался. Ну, тогда... А, Мика! Давно не виделись. Ты давненько не приходил. Это молодой человек, о котором я тебе говорил. Вот, привел его. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Какое милое лицо. Его игра на пианино звучит так, как будто он задыхается. О боже. Чувство такое, что он пытается играть, задержав дыхание. Дыхание, ритм и образ. Понимаешь? Да. Не ври. Хорошо, я не понимаю. Не понимаешь? Не так ли? Да. Извините. А, Канон. Я нашла тебе партнера. Кикуна, так ведь? Вы знакомы? Ноги плотно стоят на земле. Основа силы твоего голоса в ногах. Бери энергию из земли. Понимаешь? Раз, два. Пианино. Погромче. Я не пойду на занятия. А мама-то трусиха, что заставляет вас подкарауливать меня вот так. Твоя мама сейчас идет в ваш старый дом, в Абадай. Зачем?
Где пианино? Где папина пианино? Извини. Что это за место? Это место, где спят старые пианино. Как на кладбище. Да. Но они не умерли. Они все еще живут. Выбери одно, Ута. Какое звучит лучше всех? Ута, слышишь сверчков?
Продолжай. Да, немного жарко. Если тебе жарко, сними это. Сегодня мне хочется пойти куда-нибудь поесть. Кто это играет? Это я. Я играл это, когда выступал с твоим отцом. Это мы играли для себя. Отчасти просто для удовольствия. Для этого? Да, именно для этого мы и играли. Мы так хорошо играли именно потому, что были так свободны. Для меня это лучшее, как бы это сказать, лучшая музыка, что я когда-либо создавал. Как давно это было? Каким тогда был отец? Ну, у него был талант и внешность, он пользовался успехом у девушек. Конечно, и музыка его была. Не та? А, нашел, нашел. Жаль, что он не смог поехать за границу. У него была морская болезнь. Эта фотография сделана на той вечеринке на корабле, когда он исчез. Он склонился над кормой, как будто его сейчас будет тошнить. Лучше бы он не ходил туда. Ну и глупый же он был. На этой ноте, когда я опять вышел на корму, он исчез. И нигде на корабле его не могли найти. На тот момент хорошо, что я заставил его выйти из комнаты. Я думаю, это был несчастный случай. Вот, спасибо. Поставить это на полку? Да, поставь. Ты читать-то умеешь? Заткнись. Это и к тебе относится. Ты что здесь делаешь? Я же библиотекарь, тут уж ничего не поделаешь. Какой трудолюбивый. Заткнись.
Проваливай. Ухожу. Топай. Иду. Эй, так мне остаться или идти? Мое ухо. С ним что-то не так. Да у тебя все в жизни не так. Я больше на это не поведусь. Ута? Сегодня я буду спать здесь. Что случилось? Ничего. Эй! Ты слушал о кладбище для пианино? А? Есть такое место. Что это? Я была там раньше с отцом. Там не только пианино, но и разные старые инструменты. Это не старые инструменты, которые потом вывозят за границу. Это склад. Нет, кладбище. Это правда. Папина пианино сейчас там. Я хочу опять на нем играть. Мой папа... Он умер. Должно быть, это было самоубийство. Почему? Я-то понимаю. Ему больно было жить с музыкой. Доброе утро. Лихтенштейн? Да, разрешите? Ну и требования. Это, собственно, даже не его требования. А чьи тогда? Его настройщика. Если его это так волнует, почему бы самому этим не заняться?
Для меня это честь. Все для него, да? Ну, я постараюсь удовлетворить все его потребности. Что ж, оставляю это вам, да. О чем думаешь? Ута. Она говорит странные вещи. Нарусы боялся оглохнуть. С каждым годом все больше. Я не знаю, в чем там на самом деле было дело, но, по крайней мере, я ничего такого от него не слышал. Кикуна, да? Я уверен, что это возможно. Жить ради музыки. Ладно. Продолжим? Профессор Кацура дала мне эти билеты на концерт Лихтенштейна. Она сказала, послушай мастера, чтобы ты могла у него поучиться.
Суд, и все будет хорошо. Тебе стоит побольше беспокоиться о себе. Перестань. А вообще, почему Ута не играет? Она говорит, что ей странно слушать собственную игру. Это же хорошо, разве нет? Нет, дело не в этом. Ей сейчас даже просто находиться рядом с пианино невыносимо... опасно. Я совсем этого не понимаю. Это нормально для девочки ее возраста. Ты парень, потому и не понимаешь. Она для тебя настолько важна? А, спасибо за билет. That's quite a big development. The Japanese can do almost anything perfectly. Yeah. Welcome. Nice to be here. Инструменты готовы. Guys are ready. Ah, good, good, good. Let's go. She's my treasure. How old are you? Он спрашивает, сколько тебе лет? 13. 13 years old. All right, so which one sounds the best? Shall we let this young lady choose? Which one do you like? Он хочет, чтобы ты выбрал лучшее фортепиано. Это. Good girl. I will take that one.
Он опаздывает. Да. Послушай, мужчинам доверять нельзя. К ним нужно относиться с подозрением. Даже если вы пару раз переспали, не ослабляй внимания. О чем это вы? Оставьте меня в покое. Давай-ка сходим за кофе. Благодарим вас за то, что пришли сегодня на концерт Лихтенштейна. С сожалением вынуждены сообщить, что сегодняшнее выступление не состоится, поскольку господин Лихтенштейн не очень хорошо себя чувствует. Что? Он опять не будет выступать? Это уже третий раз. Вместо него выступит другой пианист. Заменяющий пианист Нарусе Ута. Ута? Зрители могут получить возмещение половины стоимости билета. Вау! 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 Лихтенштейн сегодня не выступает. Что? Будет замена. Что? Послушай. Это Ута. Ута? Ута заменяет Лихтенштейна. Прошу вас. Определенно нет. Но это такое престижное выступление. Нет. Достаточно, если она просто появится. Не настаивайте. Окончательно нет. Мы отказываемся. Вы думаете, я допущу такое безрассудство? Она никогда не играла это произведение, а тут еще и с оркестром. Если она не справится, она... Госпожа Мика. Лихтенштейн хочет, чтобы она играла. Он никому, кроме нее, не позволит играть за себя. Нагасаки, могу я посмотреть на партитуру? Что ты делаешь? Прекрати! Ты же понимаешь? Если ты сейчас провалишься, ты никогда не оправишься. Ута, да что на тебя нашло? Да, я просто хочу играть. Я выступлю. Мне нужно в туалет. Пришло время для этой девочки. Вот что сказал Лихтенштейн.
Эй, стой! Я ее знакомый. Туда нельзя. Да я ее знаю. Вам туда нельзя. Ута! Ута. Подождите. Сиденье слишком низкое. А, все, не нужно. Отлично. Можно? Моцарт. Концерт для фортепиано номер 20. Thank you.
Я справлюсь. Потому что я — музыка. Примечание, имя Ута значит «песня».
Эй, осторожно! Чуть не сбила. Ты так убьешься. Эй, Нарусе! Эй! Иду. Ута у вас? Пожалуйста. Держи. Нашли ее? На станции видели девочку, похожую на Уту. Она села на поезд? Похоже, да. Но она была не одна. Похоже, с ней был друг. Так что все не так плохо, раз она не одна. Если вас не будет, Уте ведь некуда возвращаться. Она сильнее, чем думает ее мать. Остается только ждать. Долго мы еще будем ехать? Хочешь, поезжай домой.
Слышишь? Да, слышу. Ты ужасно играешь. Мелодия — журчащая песня. Thank you.
Релиз подготовлен сайтом www.demon.sh.